Такой поезд крутой. Зашла сначала, не поверила. Вроцлав главный. До Вроцлава. Так что я могла бы поехать во Вроцлав. Быстро, вообще нигде не останавливаются. Кроме Варшавы Заходней. Ой. Я стучу своими булками. Скорость, конечно, потрясающая. Я думаю, что мне на эту сторону. Потому что на первый приезжаю. Скорость супер. Аж мороз по коже. С какой скоростью мое тело несется. Короче, впечатление вау. Как мало надо для счастья. Просто ехать в поезде скоростном. Смотрите, перрон пролетает. Всех мензыборовал, врвидовал. Я так уже их выучила за эти месяца. Прощайте, врвинову, мензыборов, пясту. Так, вот у меня еда. Это капуста. Это мне бабушка дала с грибами, с какими-то. С какими-то. Короче, курица. Не знаю, что это такое. Или грибы, или мясо. Ну, капусту я, скорее всего, есть не буду, потому что мне будет пучить. Ну, я взяла, потому что неудобно рассказать, что я не буду. Потом вот это листья салата. И тут еще у меня эти булки и майонез. О! Так вот, ем всякую всячину. Фух, не верится, что так быстро доехала. Как избавиться от герпеса на губах? Можно на других частях тела, но может быть больно. Короче, берете кипяток. Засовываете туда ложку, стряхиваете ее и быстренько прижигаете. Больно немножко, но надо отключиться от боли. Вчера я уже сделала, немножко присохло. Потому что эти все средства, это все до зубы. А, печет. Короче, этот вирус боится тепловой обработки. Когда у меня был огромный на нервной почве этот, ну как герпес на теле, то меня
ложили под лампу в физкабинете и немножко припаливали. Там буквально секунды, минуты, потому что самому нельзя это делать, потому что можно сгореть. Потом будут ожоги. Типа хрен редьки не слаще. Так, и вот это вот. Мне вот это хряпание внутри заманало. Сколько ж ты будешь хряпать вот там? Я простая русская девчонка. Это название видео прочитала блогерши. Я простая американская мигрантка. За что вы меня ненавидите? Наверное, комментарии катают хейтеры. Чем больше заостряешься на них, тем больше они будут катать. Это уже такая истина. Вот там что-то ходит внутри. Ходуном. И буду плакать и смеяться, когда в твой сяду. Роуз, роуз, и буду... На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на. American boy, American joy, American boy, hello, hello. Сегодня сон приснился такой странный. Во-первых, снилось, что я с мамой, типа, мама звонит, я разговариваю, и я ее посылаю во сне, я не знаю. Маме это не буду рассказывать, вот она, видишь, ты меня во сне посылаешь. А, она что-то говорит, ну, как всегда, вот, знаете, ну, что-то... Это, ну, так и не получится у тебя что-то такое. Я говорю, ну, так и пошла ты нахрен с таким. Так запомнила, проснулась, думаю, фу, господи, что это было. Потом снилась еще какая-то квартира с какой-то, мы вроде с Таней, с подругой, с Познани. Там, и вроде люди в окнах фоткают. Фоткают, короче. Она говорит, это ж тебя, типа, она так восторжена. Таня, привет тебе с Познань. Короче, она так восторженно говорит, это ж тебя фоткают, это ж твои поклонники. Я думаю, откуда они все знают, что я там живу, короче. Какая-то квартира, типа, отдельная. Так смешно что-то. Проснулась. Ну, такое. На 11:18. Должна поехать на Интерсити. Баба тут с утра так накурила, я вскакиваю. От того, что дым под люка лезет в нос, это... И меня, короче, разбудил. Я проснулась от вони. Она накурила в кухне, и она все затянула ко мне, естественно. Я хотела сказать, потом думаю, ой, не буду трогать, потому что сейчас начнется. Пока объяснишь, что тут... Все, уже не делаю. Короче, ладно, все, пошла. Всем бодрого утра. У меня дурной смех берет. Просто тут рядом костёл. Звучит эта музыка в честь каждого. Должны радоваться. Ну тут, конечно, больше стоять буду.
все по местам. А у меня второй класс. Это как в анекдоте. Мясо третьего сорта. Рубим вместе с будкой. Так и я. Ничего страшного. Больше вырасту. Больше вам наснимаю заборов. И лесов, полей, и рек. Вон, видите, станции промелькают. Ого, скорость. Что-то сказал. Я надеюсь, 11:30. Шибудже. Почон. Склады. Склады и склады. Что сранец опаздывает. Уже 42 минуты. Он уже должен быть на центральной. Ну то ж так. Ну ничего. Казалось бы. Приехал вовремя в Жерарду. Что случилось? Водитель, керовца заснул. Немножко. Опозненный год. На 10 минут. Вот это про него рассказывает. Ну ничего. Все равно я успеваю. Главное не торопиться и не переживать. Pociąg osobowy przyspieszony ze stacji Modlin do stacji Warszawa lotnisko Chopina. Przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Reje Rozornickie. Всем привет из солнечной Колорадо. Короче, обломись. Думала, посмотрела в интернете на сайте цены на поезда до Гданьска. Там написано было от 49, но я от не заметила, а заметила только 49, и поэтому я обломилась, потому что я пришла, а тут билет минимум по 79, типа, а я не готова платить уже 79, типа, ну, за билет. Ой, короче, поэтому не хочу. Ну ничего, облом не перелом, как говорится. Ничего страшного. Все бывает. Стала перед билетоматами поломанными. Короче, такие это дела. Ну, сейчас пойду в магазин, куплю еды, потому что завтра уже 31-е. Что ж, надо жрать эти дни. Значит, буду переписывать этот массаж, если ничего не придумаю нового. Просто мне сайт немножко обманул. Вернее, я сама обманулась, я не заметила слово «от».
а там вот было написано, а не ровно 49. Ладно. А так все прекрасно, все хорошо. Все зашибись. Сейчас пойду куплю снова, наверное, курицу. Она самая питательная. У меня еще осталось кусок. Надо доедать. Вот такие то дела. Так что была эта идея поехать в Гданьск. Но таких билетов дешевых не оказалось. Их надо как-то вылавливать, высматривать. Но оно как-то проблемно. Ну и ладно. Зато на эти деньги куплю проездной на транспорт городской. Немножко в сторонку отошла, потому что люди ходят. Все. Вот такие-то новости. По 100 раз на дню. Всякие интересности. Сегодня опаздывала с утра на поезд. Ой, на работу. Потому что на поезде ехала прям, который впритык. А он еще и опоздал. Поэтому не было видео. Но теперь буду раньше приезжать. Завтра мне на 11. Потому что завтра до 2 часов только работаем. Так. Мне начальница сказала на 11, чтобы хоть больше было, а то что, приехать на час, на два. Такие-то дела. Ну, просто первого, может, приеду в Варшаву, пошарюсь. Или, может, еще что-то придет, какая-то идея, да? Воплотим. У меня есть тут коллежанка, которая тоже не против воплотить какую-то идею. Так что будем смотреть. Все. На этом все. Народу тьма. Сейчас пойду, короче, туда в магазин, где тьма народу, куплю что-то вкусного. И все будет супер. А там уже 20-й год. Вот и все. Короче, купила продуктов, все, что я хотела. Вышло 95 злотых. А на кассах, наверное, работают продавцы, которые инвалиды. И они еле разговаривают. А я мало то, что он показывает на табло, я не вижу. А говорит он так сложно, под нос себе. Ну, речь, видимо, такая. Короче, сейчас переведу камеру на себя. Короче, чисто упарилась. Взяла все, что я хотела. Просто, ну, не сильно, конечно, так я. Но взяла и пирожных там, и конфет. И, короче, помидоры, зелень, курицу. Ну, такое. А, риса даже пачку взяла. Думаю, сварю риса, а то что-то я одну курицу хлопаю. Кетчуп, что-то. И так что-то грустненько, грустненько. Хожу себя, кручу хорошие слайды, мысли. Типа, а все равно как-то печально. А потом, когда взяла это, думаю, что я хочу бухнуть. И я решила, что я хочу водки. Когда я взяла маленький колдончик водки, мне сразу настроение поднялось. И взяла сок томатный. Хочу сделать кровавую Мэри. Так что завтра будем с вами пить кровавую Мэри. И так что-то сразу спокойно стало. Думаю, о, завтра бухну, покурю. Раз в году можно. Подытожим весь год. Будем смотреть видео в этом ютубе. Разве это сильно уж так плохо? Увидела в магазине людей, ну, девушек молодых на инвалидных колясках. И думаю, сама себя пристыдила. Говорю, смотри, люди радуются, бухло выбирают. Тоже, каждый живет как он может. И, короче, как-то сразу так взбодрилась. Так что, такие-то дела. Взяла 2 пирожных, 2 куска, там по 250, наверное, грамм.
или по 300 таких, каких я люблю. Короче, взяла все, что я люблю, и вложилась 95 злотых. Я думала, мне сейчас скажут 200. То есть эти 100 злотых, что я потратила на дорогу, я взяла, короче, еды. Просто набрала жратвы. А еда – это тоже радость. Поэтому такие то дела. Так что все, сейчас я домонтирую все и отправляю вам. И уже встретимся завтра. Может, что-то еще сниму, как бы под, не знаю, утром. Будет или не, может и не будет. Ну, завтра будет только в обед, наверное. А потом уже, как Новый год провела, это уже, ну, провела, пожрала на Новый год. И бухнула. 200 грамм взяла бутылочку маленькую такой водки. А сигареты у меня есть. Хоть я наконец-то покурю. А то все баба да баба. Она, правда, будет, может, 12, а может, на 12 уже спать будет. Я думаю, что уже она будет спать. Я просто не люблю, когда меня тянут куда-то. Я не хочу такое. Ну, короче, так что будем... Надо подытожить все в мыслях, разложить по полочкам, поблагодарить этот год за то, что он был таким хорошим, всяким, радостным и, ну, всяким, что там говорить. Так что вы тоже, если кто будет один, то не грустите, потому что это возможность, время для того, чтобы вы подумали на своей жизни, что-то подсуммировали, что-то разложили, а вообще пожрали, бухнули, легли спать. Но не так, что да, мне никто не нужен, я иду по лужам, а так просто, ну, спасибо на данный момент, что и так есть, что есть мне что-то продуктов, уже хорошо, что я смогла купить все, что я хотела, в принципе. А такая очередь была, это еще прикол. Короче, очередь буквой П на весь магазин. И все такие идут, короче, охреневают. Много русскоговорящих. И все, что ж, можно как пройти, говорю, проходите. А один мужик такой интересный, такой сугощавый, такой, ну, он поляк, женщина. А когда увидел, что очередь, говорит, черт побери. Ну, что-то такое, руганулся. Говорю, о, вы знаете русский? Он, да. Короче, смешно так это. Все люди такие охреневают очередь. Но она быстро движется. Я лично никуда не спешу, так мне вообще по приколу постоять. Я всех пропускаю, всем улыбаюсь. Мне все тоже что-то спрашивают. Ну, короче... Видите, как все быстро меняется, но все для лучшего, потому что так оно и есть. Буду слушать Вадима Зеланда на Новый год, так что Вадим Зеланд, вам привет. Вас буду слушать на Новый год. Вообще, главное, чтобы интернет ловил. Ну, должен ловить, потому что у меня аж безлимит. Главное, что подытожить, что... Вы живы, здоровы более-менее, и есть что на столе. Это уже супер. Поэтому вот так вот. И не надо себя успокаивать, там, я же говорю, и говорить, ой, ну что ж, жалеть, типа, бедненько. Нет, это ваш осознанный выбор, и все у вас хорошо. Стою тут, а тут резетка такая. И красный знак, типа. Ну ладно, все. Пойду я, электричку еще надо выловить, интерситивскую.